Всем привет, с вами канал Art Money. Проснулись мы с утра, идем сегодня в клуб. А у нас на улице снег. Первый снег. На улице у нас всего лишь минус 4. И на улице снег. Даже с крыши падает там. Всё белым-бело, туда даже белым-бело. Офигеть вообще. Наша коляска маленькая. О, видите, слышали, как дым кашляет? Наша маленькая колясочка даже не проедет по этому снегу. Придется сегодня тащить большую, она даже мне в лифт не влазит. Офигеть. Первый снег, смотрите, как он классно смотрится. Именно снег на зелени, на желтеньком. Вообще классно. Да. Да, сейчас мы с тобой покушаем и пойдем смотреть снег. Выйдем с тобой. Дим, нам придется выйти, наверное, пораньше с тобой. Пораньше надо будет выйти. Потому что я не знаю, как мы с этой коляской дойдем. У нее, наверное, и колеса там спущенные. Насос у мамы находится. Никто не знал, наверное, что снег выпадет. Да. Всего лишь минус 4. Но я надеюсь, что он все-таки растает. И еще целый месяц мы доходим спокойно на маленькой колясочке, потому что с большой очень тяжело. Она сама весит 16 килограмм, плюс еще ребенок. И всех их запихнуть в лифт просто нереально. Какая красота! На дорогах снега мало, а там вот есть снег. Интересно, все машины, главное, почти уехали. Неужели они уже успели поменять зимнюю резину? Вернее, на зимнюю резину. Там вот в реке даже еще идет. Первому снегу всегда так радуешься, радуешься. Вау, вау, это очень красиво. Особенно, когда там лежат, ну, здесь тут очень много выпало. А так вот, если желтые листочки лежат, и первый снег, то это очень красиво. С той стороны, сейчас я увеличу. Видите, это очень красиво, это нереально просто. Это восхитительно. Надо взять фотоаппарат. Сейчас мы будем выходить, наверное, пораньше. Да, Дим? В 9:30, мы в 10:30 обычно выходим. И все вам поснимаю. И пофоткаю. Давно мечтала вместе с ребенком выйти на первый снег. Сегодня это сделаем. Вон там видно, кстати. Видно, что идет снег. Или падает, может быть, с деревьев. Потому что в небе особо не видно, что он идет. А, нет, видно мелкий, а вот там как-то покрупнее. Очень красиво. А тут Дима. А что тут Дима делает? Изучает снег. Сейчас я тебе еще дам один снежок. Мягкий, липнет. На улице тепло, кстати, очень. Коляска едет, мягко очень едет. Колеса сдутые. Очень тяжело ехать. Особенно переходить дорогу, это очень бесит. Когда ты переходишь дорогу, спускаешься по своему спуску для всех колясок, и вдруг на тебя летит народ, который как будто бы тебя не видит. Это очень бесит. Когда ты торопишься, остается там 17 секунд, а ты пытаешься спуститься, тебя начинают обходить люди, блин, это нереально бесит. И понимаешь, что сейчас можешь застрять. Да? А!
Оплетел у тебя. Оплетел. Оплетел, видишь? Оплетел. Да. Ручки мокрые сейчас у тебя будут. Да? Помогли нам выйти из подъезда. Иначе бы я застрял просто. Да. Идет. Ты сейчас будешь... Ой, у тебя уже на щеках даже снег. Ты его что, пробуешь, что ли? Да? Вот, очень прям красиво так. И у нас тут отремонтировали торговый центр. Сейчас я нафоткаю добавок. Упало все. Желтые листочки. Так красиво. Сейчас пойдем дальше. Мы еще только на... Даже не полпути, а какую-то часть пути. Здесь елочка. Красиво. Посмотрите, как классно. Зеленая травка, прям кусочек. Снег кругом. И дерево. И на нем весь снег. Как будто снег шел стеной. Так, хоп, прошел. Часть осталась, часть нет. Какая красота. Тут тоже чуть-чуть прям, как будто дерево выгнутое. А здесь под елочками осталась травка зеленая. Какая красота. Ветер сильный. Мы уже начинаем опаздывать, но, блин, это так восхитительно. Смотрите, какие маленькие кружочки травки и снега, как маленькие границы. Как красиво, как снег лежит на елочке. И там тоже. Как снег летит, как это красиво. Какая прекрасная природа, посмотрите. Мне еще недавно писали комментарий на днях, что я занимаюсь фигней, снимая природу, что это нафиг никому не надо. Люди, я вас пытаюсь приучить к природе, чтобы вы увидели каждую деталь природы, как летит снег, как птички прыгают, как они едят. И с большинством мы с вами проходим, торопясь с утра на работу, а вечером домой покушать. И просто всего этого не замечаем. Именно вот поэтому я снимаю все это. Даже здесь все белым-бело, но тем не менее, есть маленькие кустики.